Здравствуйте, дамы и господа, с вами Серега и еще один Серега. Наконец-то мы словились. Привет, как приятно начинать все сначала первым уровнем. Да, буквально. О, что-то у меня не влазит уже ничего. Прекрасно. Вообще не профессионально. Так, что бы выкинуть? Гвозди. Спринг. Масло. Фонари. У меня тут какие-то фары, масло уже ни черта не влазит. Мне в комментариях писали, что я там где-то выкладывал там фиолетовый вот этот барабан для магнума и не забрал. Валялся он вон в том здании, и все-таки я туда сбегал. Все это дело подобрал. Все это дело полутал. И, кстати, Сергей, вы не будете так любезны, пока бежите нарубать травы? Да, запросто. Сразу после того, как ты меня в друзья добавишь. Действительно. Готово. Готово. Что-то со скоростью, с чувствительностью мыши опять они наворотили, у меня ощущение такое. Так ты убавь. Сейчас убавлю, ну это. Неприятно. 360 градусов вращаться. У меня уже тут дом более-менее укрепленный. Ну, кстати, еще никто не видел. Я сейчас буду всем показывать, какой у меня крутецкий дом. Что-то у меня уже ничего не влазит. Вот надо мне вернуться на базу, все выложить. А жадность не позволяет. Все надо собрать, все надо залутать. Я уже топорики изготавливаю. 260 какого-то там левела. Ну, в общем, все круто. Так, еще у меня уже стрелы скоро не влезут. Ну, чисто технически они не... Если вот инвентарь переполнен, да, стрелы же не должны, то есть, изготавливаться и вываливаться из тебя. То есть ты бежишь, а за тобой стрелы такие пук-пук-пук-пук. Даже ну, чисто логически не должны, но, по-моему, вываливаются. Оно должно, наверное, просто остановиться. Фонарь прям в не в ночи даже. У нас 13.20. Кстати, по поводу 13.20. У меня, смотрите, ребята, у меня новый интерфейс. У меня теперь показывает и жратву, и воду. И немножечко поменялось, как вы видите. И я установил один из предложенных, скажем так, модов. Один из подписчиков мне посоветовал. Я посмотрел, мне понравилось. Круто выглядит. И, соответственно, если кому-то тоже понравилось, то ссылочку на это дело я все выложу под видео. Так, надо все сундуки открыть. То сейчас у нас господин Энерджи прибежит, начнет орать. Пустите. Так, все, Серега, я все открыл. Угу. Так. Барахлишка. Барахлишка. Нитратов немножко я тут накопал. Нашел. Прям у меня был такой забег сейчас. Прям по этим я хотел пройтись. Как их называется-то? Тры-тры-тры-тры. По всяким хлопкам, да, по вот такому вот беспределу я тут. Так, смотрим, колеса. 571, 569. Ну, неплохо. У меня есть двигатели. Два двигателя, вернее, есть. Два штука. Так, вот это я тоже решил целиком закапливать. Хранить, так сказать. Здесь патроны. Что еще сюда? Гильзы, стрелы. Что еще можно? Вот, кстати, барабан для револьвера фиолетовый, который я забрал. Так, еще топливо. Еще стрелы. Вот так вот. Еще шестеренки. Так. Вроде как неплохо. Да, и я крафчу, активно крафчу цемент, активно крафчу всякие штуки для того, чтобы у нас
был бетон. Я так-то уже бетон начал отстраивать, Серега. Прикинь, короче, у меня какая-то ошибка вылезла. Ну, в консоль выкинула. Угу. При попытке создать два топора, у меня вылезла ошибка в консоли, и ресурсы пропали. На, собственно, эти два топора. Может быть, ты просто читер? Не исключен такой вариант. Как-то читерство как бы на пользу обычно идет, а тут вопреки. Так, и в принципе, давайте, ребята, небольшой обзорчик, пока Energy ко мне бежит. Где-то, кстати, на севере. За одну территорию посмотрит. Я, смотрите, решил вот здесь забацать огород. Огород будет у нас выглядеть вот таким образом. Для того, чтобы это все сделать, нам понадобится... у меня есть, кстати. Нам понадобится новая лопата. Делаем. Так, капслок включен у меня. Нам понадобится еще... Что нам еще понадобится? Тяпка. Как тяпка по-английски называется? Я забыл. Не у меня, надо спрашивать. Я захожу на 12-й день просто. Гарден Хоя какой-то. Так, ладно, это есть. Кстати, смотрите, да? Классно как. Так, вот можно лук новый сделать будет. Еще. Лук деревянный крафтим. Это мы с собой берем. Ну и в принципе все. В принципе все, можно идти заниматься огородом. Вот этого гревел, вот этого я накрафтил. Так, последние еще 500 камней. Так, кирка мне еще нужна. А на кирку надо... немножко стали нам. Так, не здесь. Сейчас будут все инструменты крутяцкие. Я вот этими топориками, молоточками, всякой фигней. Да что ты? Не тот подобрал. Лук 238 левела делается. Шом. И погнали. И, кстати, надо бы какой-нибудь это, семян каких-нибудь взять. Я буду сажать кукурузу. Я буду сажать картофан. Кстати, если ты картофан найдешь где-то, вот это будет прям очень приятно. Потому что вообще нету. Ну, мы посадим, наверное, кукурузу, посадим, что еще, картошку и кофе. И кофе. Раз. Хорошо. Так, смотрим. Семена скрафтить. Семена скрафтить. Тут чуть-чуть семян, тут чуть-чуть семян. И кофе достаточно много. Лопата старая отправляется в утиль. Вот так вот. Все, мы готовы. Так, вот это я можно уже собирать. Это у меня разметка такая стратегическая. Где что будет? Так, ну-ка. Вот. Только как-то медленно прям она. Прям медленно-медленно. Почему у меня такое полосатое получилось, ребята? Один как бы слой земли, а второй слой вот этого как раз гревел вот этот. О, слышу, уже энерджи бежит из лука. Из лука поливает куда-то там. Да что ж такое-то? Что-то я не пойму, что происходит. Почему оно так? Странно это все. Чисто технически должно быть одного цвета. Так, ну-ка. Наши любимые деревянные фреймы. Которыми можно вообще выравнивать все что угодно. Где там топаешь?
все равно как-то странно это все выглядит. Ну да ладно, давайте для начала картофанчик. Пойдет, нет? Нет места для размещения этого. Вот так. Непонятно. А, понятно, надо повдоль, короче, это все делать. Если я поперек делаю, то не втыкается. Век живи, век учись. Картошка пощёль. Хорошо. Картофан растет. Серега, ты где там носишься? Я рядом уже стою, на тебя смотрю. Работа есть. Сколько травы-то надо было? Ну, чем больше, тем лучше. Ну, собственно, тебе это тоже надо. Топорики я хотел качать. Ну, у меня уже 11 топорики. Ну, как бы, да. Вот так вот сможешь сделать? Надо пробежаться и грядочки подготовить к посеву. Выкинь тяпку. Ну, я понял тебя. То есть, голожопая команда. На тебе тяпку. На тебе простой топорик. На тебе лук. Убедительный такой топор. 272. Угу. И вот эти вот все надо подготовить, Серега, к этому, к посеву. То есть, если вот так вот поперек делаешь, то получается беспредельно. То есть, надо вот так стоять. Ну, в общем, вот так вот. Как тебе царские хоромы? Прилично так. Нормально, да? Да. Мы с тобой там вдвоем, мне кажется, поместимся. За свободные койки можно не биться. И вот эти вот все места, ребята. Вот видите, у меня сейчас вот здесь земля. И вот эти вот свободные места все я засыпаю гравелом вот этим вот. Ну, получается прикольно. Как бы это нафиг не надо, я прекрасно это все понимаю, но выглядит зачетно. То есть такие грядочки у нас будут здесь. А ты уже показывал подушку безопасности? Да, в прошлой серии. Сено там я наставил. Но я еще не показывал всю оборону, которую я там заорганизовал. У меня было крыльцо. Вот это. Вот если ты сейчас будешь смотреть на дом, то там было крыльцо такое. И это крыльцо, соответственно, я нафиг снес. Причем я думал, я с ним буду прям очень-очень долго мучиться, но оказалось, что все очень просто. Я сделал, прорубил между зданием и крыльцом, а крыльцо само подкопал. Ну и землю убрал, и все, оно обвалилось все. И все эти бетонные блоки мне не пришлось разбирать. Вот здесь у нас будут такие скромные грядочки. Мне кажется, в дальнейшем мы здесь сможем нормально так урожай собирать. Просто... Главное, чтобы не затоптали. Да вроде бы как сейчас не топчется, насколько мне известно. Ну, будут топтать, мы с тобой, собственно, переедем на это. А здесь что такое у нас? Хм, странно. Странно как-то здесь все. Непонятно. Ладно, с этим разберемся. Сейчас последние грядки подготовим. У меня какие-то микрофризы, похоже, зомбари спавнятся где-то рядышком. Может быть. И прям фризит иногда. Там, кстати, наверху есть ящичек с этими. Скажи мне, да я тебе скажу. Так, кофеек. С рецептами, с различными. Угу. Что, здесь оставим межу такую побольше? Так вот, тебе зеленый надо делать. Вот. Угу. Я же специально я оставил, то есть по три, чтобы было разделение. То есть, ну, грубо говоря, по три грядки. Пока семян мало, ну, мы только первую засадим, а потом семян будет много, и мы, соответственно, каждый такой блок из трех грядок будем использовать под всякие штуки разные. Что-то под картофанчик, что-то под кукурузку.
Кукурузы, кстати, придется очень много засаживать. Помнишь же, из нее там топливо делается. Булки будем всякие кашеварить. Кстати, жрать хочу. 6%. У меня сейчас классно так все показывается. Я тебе потом тоже дам эту ссылочку. Так, ну и в принципе можно тогда вот здесь вот засадить еще чайком. Чайком, кофейком. Кофе, кстати, вот на следующий раз, ну, урожай будет, и кофе мы нормально так соберем. Я там пару банок сварил, и жаба меня задушила. Че, как успехи? Пашу, как трактор. Отлично. И вот, ребята, смотрите, какая у нас сейчас будет оборона. Металл закончился. Ну и, соответственно, если кто обращает внимание, у меня тут камни в окрестностях уже практически заканчиваются. Камней просто не хватает. Но камни я вот такие вот сейчас штуки стал разбивать. Все маломальски значимые камешки я уже поколотил, которые маленькие. И сейчас уже взялся вот за такие вот. То есть они достаточно легко колятся. И, ну, киркой стальной. И камней гигантское количество добывается просто. Камни тут же перерабатываются в этот, в гравил, в гравий. И, соответственно, используются для производства и бетона. И вот грядки я вот тут засыпаю еще. Сейчас пожрать надо, уже 4% осталось. Майнинг у меня 80, прикинь? Угу. 80 из 100. Я грядки подготавливал, копал много лопатами. И вот сейчас киркой тоже работаю, тоже много идет опыта за это дело. Вот так вот. У меня получается, смотрите, 1000 камней просто. Гревел. Сколько могу сделать? 357. Ну, 300 мне не надо. Вернее, 357. Вот так вот. Чтобы чуть-чуть камушков осталось. Готово. И, соответственно, эти же самые камни заряжаются в плавилку. И в плавилке делается цемент. Так, что у нас со временем? 6:30? Скоро надо будет текать. Подъем я решил не переделывать. Здесь у меня металл заканчивается уже. Надо будет организовывать поход. Поход в шахту. Вот видите, здесь в два этих камня плавятся. И, кстати, уже нормально. Да, нет же. Цемент. Сколько? 206 еще можно сделать. Пойдет. 291. Нормально. Можно уже, кстати, заняться крафтить ведра. Цемент. Цемент. Гравий. Гравий. Еще гравий. ...1292 ведра в итоге можно сделать. Ну, давайте поставим, чего бы нет. Пусть изготавливается. Гравий изготавливается. Фреймы копятся. Фреймы просто копятся. А вот еще у меня. Отлично. Это все неплохо. Iron Fragments. И вот это можно забрать тогда, получается. Готово. Стали, кстати, здесь еще запасики небольшие есть. Это я потихонечку сжигаю всякие стулья, которые у меня здесь. А, здесь уже заряжено. Всякую деревянную фигню, в общем. Ну все, можно засаживать. Я уже засадил. А, у нас больше нету, да? Больше нету. Угу. Ну можно чаем засадить, кстати. Ну, как вариант. Прям в этой, ну, где готовим, то есть тут есть прям мясо. То есть, если жрать хочешь, чтобы не бегать, не вонять, прям из него можно хавать. Кстати, хелсы растут. Неплохо. У меня уже 127 здоровья.
Да, кстати, надо чай посадить. Слушай, а красный чай не растет? Без понятия. Но у меня есть с собой пару штук вроде. Можно поэкспериментировать. Нет, семян нету, к сожалению, из него. Только... А, ну да, только эти собираются. Только сама трава. Я повис. Я нажал отменить изготовление 1292 ведра. А нет, вот все отлагалось. Оно просто искало место в твоем инвентаре. Нормально. Нормально. Ну и 73 чая из красного можно делать. Так, погнали. Кстати, если камней надо, на тебе кирку сразу. Да, я... у меня вроде есть немножко. Не, у меня кирка есть клевая просто. Чтобы это у тебя. Здесь, если обратил внимание, я прямо здесь подряд начал траву выкашивать уже. Угу. Дожился. То есть у меня прямо здесь вообще выработки травы и производство вот этих вот. Свободное время, смотрю, появилось. Ну, каменные топорики вот эти я делаю. Булки можно расслабить. Ну, как расслабить? То есть надо вот сейчас вот... Сейчас ночь наступает опять. Придут наверняка. Ты где тут бегаешь-то? Чуть дальше кашу траву. Вижу, вижу. На. Мне дерево надо, у меня с деревом напряги. Камни у меня поболее. На кирку я тебе скину. Угу. Забирай. Я пошел шипы немножко улучшу. И у нас два прожектора. Пока что два прожектора. Потом побольше накрафтим. Ну, кстати, тема-то хорошая. А с электричеством вообще что-нибудь реализовали, нет? Нет. Обещали, не... обещали, но... Но не ничего нету. Закончился. Он потихоньку, даже не потихоньку, он хорошо копится при разборе всяких. Соответственно, при разборе. Так, почему у меня здесь такое творится вообще? Автомобили разбираем. И достаточно много идет металла, но все равно его не хватает. Хромы царские, как народ мне написал в комментариях. Хромы действительно царские получились. И... Требуется очень много ресурсов для того, чтобы их укрепить хотя бы по минимуму, по периметру. Так, вот это вот все мы засаживаем. Ну, мы сейчас вдвоем будем, нам будет повеселее, попроще. То есть у нас сейчас вообще красота будет. Так, здесь все готово. Сейчас грядочки есть, урожай попрет. Потом потихоньку мы это дело все засадим. Здесь, соответственно, вот надо было, будет продолжить вот это дело все копать. Еще, кстати, один интересный вопрос. А что-нибудь сделали с обрывами вертикальными? Починили, не починили? С обрывами? Угу. Ну, вот на той карте, на которой мы играли, где вот эти обрывы были, якобы эту проблему устранили в 13.6. То есть вот когда я услышал, прочитал это в патчноуте, то, соответственно, и поэтому было вот решение, что нахер нужна та карта, и будем создавать новую. Ну, пишу, что в 13.6 якобы это все исправили. Ну, посмотрим, как оно будет выглядеть. Ну, я тут особо просто не бегал. Кстати, вот за металлом можно сходить, я тут недалеко. Где я зареспавнился, угу. Были такие прям... Ну, типа пещер, не пещер, ну что-то там какие-то. Какие-то там, в общем, были подозрительные места в земле, дырки, куда можно будет сходить за. Соответственно. Во. Бетонное это парище смотрится. Хорошо. Хотя бы чуть-чуть улучшить.
И дерево нам потребуется гигантское количество. Из дерева можешь крафтить, ну, чтобы эти навыки все качать, можешь крафтить, как они правильно называются-то, колья. Обычные или которые конусные? Которые конусные. Так, что-то я разогнался. Вот так еще. Готово. Ну, здесь, соответственно, все улучшено. Столбики вот эти, кстати, я еще не добил. Надо будет тоже со столбами, с этими разобраться как-то. Ну, в принципе, программа минимум на сегодня выполнена, я бы сказал. С тобой мы словились. Огород начинает функционировать. Огород начинает функционировать. Ну, в общем, все как-то классно. Блин, скрэп-метал не хватает постоянно. Так, где у меня? Здесь же было еще. Немножко стали. Ага, и там производство такое тут идет. На 16 минут я зарядил. 1000 с лишним. Блин, даже кирку не закрафтить. Меня что-то неохота. Ну вот, 344. Неплохо. Как тебе освещение? Офигительное. Это то, чего нам не хватало. Мы с тобой строили там что-то из мини-байков, строили. Да-да-да. Ставили рамы. Из этих рам получалось уже что-то такое. Сейчас уже можно отдельно прям фонариком поставить нормально. А самое приятное то, что это можно с собой взять и утащить в любое место, переставить можно, в общем. Так, ну, судя по звукам, уже все. Да, так-то ночь наступила. Пора текать. Пора текать. Вроде никого не видно. Ну там вот, где машина, там медсестра ходила вечером. Так что могут оттуда заявиться. Вход, в принципе, в дом сейчас получается один. То есть вот этот. Потом в дальнейшем можно будет просто с разных сторон вот такие вот штуки построить, да? Ну да. Ну, в принципе, меня нисколько не смущает один вход. А периодичность обновления магазинов такая же примерно осталась или сколько сейчас? В комментариях пишут, что магазины теперь не обновляются. Вообще не обновляются. Вообще не обновляются. Просто никак. Ну, собственно, фонарь в действии. Не, фонарики вообще хорошо светят. Мне еще в комментариях пишут, что там дырка на крышу. Ну, так... О, вот это просто вход. Вот это просто вход. Как в подводную лодку. Че там, где? Че смотришь? Да я просто смотрю вот эти двери. Yeah. С вентилями вращающимися. Но они, кстати, чем прикольно, тем, что они как бы выглядят классно, а на самом деле, когда ты их открываешь, скажем так, то они такие немножко неудобненькие получаются. Да, кстати, спальник тебе надо закрафтить, слышишь? Я даже себе комнату уже присмотрел, где я буду спать. А у меня вот здесь спальник. Вот здесь мой спальник. И даже есть ящик какой-то. Но он никак не чинится. Чуть-чуть покоцанный. Так, а что на первом этаже интересного? Ну, там особо ничего. Там я просто немножко дверями поукреплял. И, в принципе, все. Но мне кажется, если они ворвутся внутрь, то
это плохо, одним словом, если не сказать немножко поматерней. То есть это вообще плохо. Ох ты, я нашел баг. Я не могу поднять железо, scrap iron. Пытаюсь поднять, у меня в консоль выкидывает. Это я сломал кровать. Где ты? Вот тут. На первом этаже. Угу. Здесь за решеткой. Вон, попробуй поднять. Все поднял. Нормально. У меня баг. Я пытался кровать взять, думаю, поставлю по-человечески там. Ну вот. Это у нас по сути какая-то то ли тюрьма, то ли полицейский участок, то ли еще что-то. Я еще хотел вот здесь вот организовать, видишь, здесь типа здесь кухня, там, тут там еще что-то. Потом подумал, нафиг это все надо, и собственно не стал этого ничего делать. Вот здесь, может быть, что-то ты мне присоветуешь. Потом, если нам будет скучно, мы будем отсюда по зомбарям стрелять. Предлагаю здесь танковый пулемет поставить. Два. Один вот здесь, второй вот здесь. И колонны вот эти спилить, потому что они мешают сектору стрельбы. А по центру можно пушку. Без откатку. 45-миллиметровку сюда поставить. По толстякам стрелять. Классно будет. Ну ты, в принципе, смотри, бегай. Если где-то что-то увидишь, где чего-то не хватает, там, знаешь, там решеток на окнах, либо еще чего-то, ты... Да это... вроде все на месте, я уже это так. Я так со всех сторон. У меня единственная проблема, у меня вот здесь вот выход на крышу как-то не очень выглядит. Какой-нибудь люк надо бы сюда организовать как-то. Как он? Хэтч, да? Угу. Wood hatch, scrap iron hatch. Ну, вау, хэч. 10 стали, 2 шестеренки сразу. Ну, мне вот тут понравилась вот эта вот комната. Такая просторная. Какая? Внизу где-то? Нет, на втором этаже. Который ты сказал? Нет, нет, вот. Вот здесь, вот выгляни на меня. По диагонали. А, там стоял... Там, да. Мне нравится. Тут неплохая такая. Да господи, если хочешь что-то здесь сделать, делай, пожалуйста. Потому что я там хотел плавилок наставить. Ну, потому что от этих, от костров, от плавилок, я думал, что их много. И вообще, костров, по идее, нам потом много потребуется. Топливо очень медленно делается. Ну, в смысле, жир перерабатывается в этот, в биотопливо. И, собственно, вот это проблема. В дальнейшем потребуется костров, скорее всего, очень много. О, у меня откуда-то пивасик. Ну и алкоголь и я, это вещи всегда рядом. Да, ну тут разберешься, что где есть. Пистолетов у нас 2, дробовиков 2, но один убогий, откровенно, этот кротыш-то который. А вот с патронами беда. С патронами беда. Так, когда совсем тухло станет, можно, конечно, пострелять, но... Прям их очень мало. Ночью-то зацени, какое освещение. Да, я уже посмотрел. Прикольно вообще, хорошо. Прям на грядке он даже задевает. Прям. Потом мы в дальнейшем еще вот здесь построим. Ну, будет классно. Вот эти фонари, насколько бы они убого здесь не выглядели, как бы они мне не мешались, но они светят. То есть они реально светят. Вот потому что вон там, смотри, прям освещение есть какое-то. Поэтому я решил их не сносить. Ну и плюсом они у меня используются как опоры по факту. Ты там этот майнинг покачать не хочешь? 9. Ой! Мне где-то было. Мои ноги. Одна штучка была где-то. Так. Хоть. А взял эти, но все. Все равно толку нет улучшать. Мне нужно будет много скрэп айрон. А я пока не могу их сделать, потому что у меня в крафте еще 8 минут будет крафтиться эти конкретный микс. У меня 18 скрэп айрон есть, поднимай. Да как, куда мне их? Вон в ящик со строительным закинь, там есть место. Кстати, если не знал, то shift плюс клик, ну, перемещает между инвентарями. То есть, если есть стак в другом. А вот ты мне подскажи, есть что-нибудь такое, чтобы выкидывать нахрен из инвентаря? Вот я бы сам бы хотел это узнать. Как в арке, да, что это? Да, вот удобно, чтобы выбрасывать нафиг. И у тебя сразу вываливается. Ну, утро надо будет Коле немножко починить.
Ну и, соответственно, вот, ребята, я еще внизу сделал освещение, а то мне там советуют, говорят, зомбарей не видно будет, надо прожектора на наш дом направлять. Ну, как-то, не знаю, самого себя слепить таким вот, такой вот фарой как-то не очень меня улыбает. Их можно либо ниже поставить, но ниже я уже не хочу. То есть уже сделано, как сделано. А вот чуть ниже там колья, на мой взгляд, прекрасно все видно. Просто прекрасно. А потом будут прожектора, которые будут освещать вот эту вот всю территорию. Будет вообще великолепно. О, как ули. Как ули, да. Я там подкапливаю. Говорят, можно ими как-то в зомбарей кидаться. И там, ну, в общем, как-то их отпугивает это все дело. Ну, посмотрим, проверим. В любом случае. Измазаться какашками и бегать. Да-да-да. Отпугивать. Как этот в ходячих мертвецах, они там кишками мазались. А здесь говнецом помазался и все, и вперед. Ну все, в принципе, ребята, затягивать не будем. Уже глубокая ночь у нас здесь. Продолжим в следующей серии. А на этом мы с вами прощаемся. Увидимся. Всем счастливо. Всем пока-пока. Пока.